Задержала грабителя. В Пугачеве 33-летняя сотрудница магазина стала очевидцем нападения на пенсионерку. Злоумышленник ударил пожилую женщину и вырвал у нее из рук сумку с сотовым телефоном и кошельком. Свидетельница не растерялась. Ударила преступника, когда тот попытался скрыться, догнала его и вызвала полицию. Молодая женщина удерживала злоумышленника до прибытия сотрудников. Когда я уже истошный крик услышала, я бросилась туда. И вот она ближе к проезжей части была, женщина лежала на земле уже. То есть проезжающие мимо машины, они как бы не отреагировали. Да. Потом уже, когда через там час я осознала всю эту ситуацию, да, как бы и то, что я могла пострадать. И все-таки мужчина есть мужчина, и тем более вооруженный как бы мужчина, да, какой бы там у него не был маленький или большой нож, он все-таки был вооружен, поэтому... Потом уже было страшно. Грабителем оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства, который был сильно пьян. Преступника задержали, а бесстрашную жительницу наградили. Полицейские подарили девушке фритюрницу. Приказываю за проявленную активную гражданскую позицию, принятие решительных решений, мер по пресечению противоправных действий и задержанию подозреваемого в совершении преступления наградить ценным подарком фритюрницу «Тефарь» Каткову Наталью Михайловну. Вас тебе. Спасибо. Вам спасибо и тебе. От нас я надеюсь, ты будешь у нас добровольный народный друг. Спасибо.